Приветствую всех любителей карпфишинга на Флагман ТВ, с вами рубрика F новинки. Сегодня у нас на обзоре три модели механических сигнализаторов от CarPro. Первым у нас на обзоре будет сигнализатор с названием Swinger Chain. Данные свингера идут в четырех цветах: желтый, синий, красный и зеленый. Сейчас мы его достанем из упаковки и рассмотрим его поближе. На сигнализаторе установлена лапка для съема и крепления его на рыбалке. Значит, крепится достаточно просто. Стоит один раз эту лапку установить под ваш электронный сигнализатор и перевозить ее в сумке с родподом. Все, что надо сделать на рыбалке, это прикрепить его к лапке. В принципе, все. Сигнализатор готов к использованию. Цепочка выполнена из обычной стали. Длина рассчитана таким образом, чтобы не бить по сигнализатору, по корпусу сигнализатора сверху во время сильной подсечки. Степень затяжения на леске регулируется с помощью гайки снизу. Все очень просто. Следующим на обзоре сигнализатор с названием Hanger Chain Kit. Значит, данный хангер состоит из 5 съемных разноцветных головок. Таким образом рыболов сможет установить нужный ему цвет. Хангер полностью разборной. Идет две гайки утяжелителя в комплекте. Итак, рассмотрим подробнее нашу головку. В середине головки имеется 6 технологических отверстий, каждая из которых вставлен дополнительный утяжелитель. Таким образом, рыболов сможет под себя индивидуально настроить степень натяжения на леске. В первую очередь мы можем выбрать один из 5 цветов, который идет в комплекте. Акцентирую внимание на том, что одна головка является светонакопительной, ее будет видно даже ночью. Во вторую очередь, данная система крепления к леске позволяет отрегулировать под разный диаметр наш сигнализатор. В третью, идущие в комплекте утяжелители позволяет нам использовать наш хангер как в самую безветренную погоду, так и в самый сильный ветер. Таким образом мы можем выставить нужный нам вес, накрутив предварительно утяжелители, а потом установив нужную нам головку. Таким образом мы получаем от суперлегкого до супертяжелого сигнализатора. Ну и заключительным аккордом в сильных сторонах данного сигнализатора является быстросъемный адаптер, который позволяет нам крепить сигнализатор в рабочее положение за считанные секунды. Также демонтировать его. Последний у нас на обзоре модель Swinger Index. Это классический свингер на штанге с утяжелителем. Данный утяжелитель регулирует нам степень натяжения на леске свингера. В самую ветреную погоду этот утяжелитель перемещает как можно ближе к головке. В безветренную погоду его удаляют подальше. Значит, опять же, модель оснащена быстросъемным переходником для крепления к родподу. И данная головка также имеет внутри 6 утяжелителей, выкрутив которые, можно облегчить вес головки. Также способ крепления к леске – это подпружиненные шарики, регулирующие степень зажатия с двух сторон с помощью плоской отвертки. Ну, в принципе, все. Модель очень простая, надежная и, я думаю, известна уже очень многим рыболовам по предыдущим ее версиям. Выпускается в 4 цветах – желтый, красный, синий, зеленый. Данные сигнализаторы можно приобрести в розничной сети магазинов компании «Флагман», а также в интернет-магазине. С вами был Максим Лец, рубрика F-новинки. До новых встреч на Флагман ТВ.